не можем. Все растратили. Так, добиваем их. И мы сейчас на последний 50-й финальный ранг выйдем. Ух-ух-ух-ух-ух. Жду-жду с нетерпением просто. Надеюсь, нам ресурсов хватит. А мы только 9 из 17. Обалдеть. Только 9 из 17. Комсогнат. Так, замечательно, замечательно все. И не хватит, наверное. И не хватило. Вы представляете? Продолжаем. Это извращение. Продолжаем. Да вы издеваетесь. Просто издевательство. Давай. Этих запустим. Может, поможет? Ой, это не поможет. Не поможет. Ну что, все, почти что все. Мы готовы к перерождению. Ну, собственно, я даже и как-то пофигу. Отправляемся. Последнее вымирание. Последнее вымирание. 50 ранг. 6200. Ну, а теперь, как я и говорил, каждый будет до максимума бить. О, как. Замечательно. И смотреть тому, что можно прокачать. Первый был архозавр. Второй у нас уровни стихии. Третий стегозавр. Ему мы качаем. О как. Следующий у нас анкилозавр. Давай, давай, до максимума анкилозавр. Дальше триптеротопс. Но новых у нас уже не будет. Все. На этом закончил, что гигантозавр против тираннозавра Рекса. Дальше у нас идет птерозавр. Улучшаем. Да, давай, 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 давай. После него у нас плезиозавр. Все. Круто. Улучшили. Это, наверное, последнее улучшение. После плезиозавра у нас идет завис химии. Зауроподы. Вот вас можно пустить, чтобы мне помогали. Все. Дальше. Тераподы. И улучшить можно как раз ему. Комсогнат. Добились его. Велоцираптор. Есть. А дальше у нас кто же был? Дальше. Пахицефалозавр. Есть. После него у нас пошел голенин. А дальше археоптерикс идет. А вот дальше я не помню, кто после него. Сейчас узнаем. Археоптерикс. Куда, в какую сторону? Брахиозавр. Точно. Тираннозавр Рекс, собственно, был. Дальше спинозавр. Какие дебри нас дальше отправляли? Так, игуанодон. Ихтиозавр. Который на дельфинов похож. После него у нас были цинодонты.
Так, после ценодонтов Эораптор. После Эораптора у нас, да, Мозазавр. Не мы улучшаем. После Мозазавра кто был? Аргентинозавр. Улучшить, улучшить, улучшить. И последний гиганотозавр. Правильно же? После него никого больше нет. И у него две этих надо улучшить. Почитать о нем. Так, погнали. Не добьемся мы сейчас своей цели, однозначно. А жаль. И ничего не надо. Ну а на сегодня все. До новых встреч. Не грустите, не болейте. Всем пока-пока.